Хорошо, это были основные определения. Теперь мы с вами можем обсудить основные концепции свободной воли. Вот с этой точки зрения. С какой точки зрения? С точки зрения детерминизма. И вот в ваших конспектах это описано в разделе «Свободная воля». Речь идет о том, когда решения принимаются добровольно. То есть мы с вами говорим о том, когда человек принимает решения, которые естественны, без какого-либо принуждения. Будучи людьми, мы обладаем определенными способностями, и вот к таким способностям относится наша воля. То есть мы способны принимать волевые решения. И это мы часто делаем в жизни. Однако мы с вами говорим о свободной воле с позиции детерминизма, потому что решения, принимаемые человеком, обусловлены внешними причинами, внешними факторами. И в современных трудах такая свободная воля часто называется компатибилистской свободной волей. И вот в своих конспектах вы можете увидеть определение компатибилистской свободной воли. И вы можете отметить, что это определение отличается от определения либертарной свободной воли. Но давайте рассмотрим этот момент и все проясним. И заметьте, мы с вами говорим о компатибилистской свободной воле. И компатибилизм — это разновидность детерминизма. Его также называют умеренным детерминизмом. Поэтому это понятие свободной воли можно назвать умеренно детерминистской. Согласно этому определению, каждый поступок человека обусловлен внешними факторами, которые играют решающую роль при выборе человека. Но давайте сейчас вернемся немного назад. Вот если вы помните, либертарная свободная воля подразумевает, что подлинно свободный поступок человека не обусловлен внешними факторами. Вот согласно же этому определению, подлинно свободный поступок человека обусловлен внешними факторами, которые играют решающую роль в выборе человека. То есть выбор человека предопределен. И все-таки мы с вами говорим о свободной воле, и компатибилизм включен во многие системы кальвинизма. Не во все, но во многие. А вот понятие либертарной свободной воли придерживаются армяне. И если вы вникнете, как они определяют свободную волю, то я надеюсь, что вам станет совершенно ясно, станет очевидно, что не может существовать такое понятие, как кальвиниармианство в вопросе понимания свободной воли человека. И к этому определению, которое мы только что обозначили, есть что добавить. Вот согласно этому определению, свободный поступок обусловлен внешними факторами, которые играют решающую роль в выборе человека. Но что значит «играть решающую роль»? Это означает, что эти факторы не просто оказывают давление на волю человека, склоняя его в одну или другую сторону, позволяя человеку поступить иначе, поступить вопреки всему этому давлению внешних факторов, внешних причин. Согласно этому определению, утверждается, что вот эти причины, эти факторы, что бы это ни было, вынуждают человека принять определенные решения. Эти факторы настолько сильны, что они определяют, какой выбор сделает человек. Вот что значит фраза «играют решающую роль». То есть все эти факторы, причины, о чем бы ни шла речь, все это определяет решение, определяет мышление человека. Причем влияет настолько сильно, что человек решает именно таким образом, а не иначе. И если все эти факторы настолько сильны,
что они вынуждают меня решить так, а не иначе, то разве не получается так, что я решаю и выбираю то, чего не хочу? Скажем, если я не хочу это выбирать, то как мой поступок можно назвать свободным? Но вот обратите внимание на последнюю фразу в этом определении. Эти факторы играют решающую роль выбора человека, не подавляя саму волю. Но вот о каком случае, когда факторы подавляют волю человека? И мы с вами говорили о том, что ограничение — это внешняя сила, которая заставляет вас принять решение, которое вы не хотите. Поэтому, когда мы говорим о поступке под ограничением, мы говорим о том, что человек делает то, что не хочет, то есть вопреки своей воле. Итак, если внешние факторы, если причины настолько сильны, что я принимаю одно решение, а не другое, и если при этом это то решение, которое я не хочу принимать, то вот в этом случае компатибилист скажет, что это не свободный поступок, потому что воля человека подавлена. С другой стороны, давайте представим такой случай, когда я выбираю определенное решение, потому что, да, внешние факторы склоняют меня принять это решение. Но, несмотря на это именно то решение, которое я хочу избрать. Это то, как я хочу поступить. И здесь мы уже не говорим об ограничении, мы не говорим, что воля человека подавлена. Поэтому в этом случае компатибилист скажет вам, что этот поступок человека свободен. И, быть может, вы думаете про себя, слушая все это. Вы, быть может, думаете про себя, но тогда кальвинизм не может быть верен, если говорится о том, что существуют свободные поступки, даже согласно компатибилистскому определению. Потому что Писание ясно говорит о том, что есть случаи, когда мы делаем то, что не хотим. И в частности, в Писании мы читаем о том, что человек не хочет делать то, что угодно Богу. И вот если кальвинисты правы в вопросе полной испорченности и правы в вопросе полной неспособности, то тогда получается, что никто из нас не хочет делать то, что угодно Богу, что Бог хочет, чтобы мы делали. И если говорить более конкретно, то никто из нас, предоставленный сам себе, не изберет Христа, не последует за Ним. Человек просто не наделен способностью захотеть и принять такое решение. Поэтому тогда должно быть так, что когда какой-то человек выбирает Христа, принимает решение, покаяться перед Богом, то он принимает это решение вопреки своей воле. И получается, что делает это по принуждению. Кальвинисты, которые стоят на позиции компатибилизма, скажут вам, что все может так казаться на первый взгляд, но это лишь на первый взгляд. Ведь если Бог избрал вас, решил, что вы один из избранных, то Он не только определил, что вы примете Христа, но Он также определил те средства, с помощью которых Он сделает так, что вы захотите принять Христа. И что же это могут быть за средства? И здесь мы можем говорить о служении Святого Духа в жизни человека. Здесь речь идет о служении Господа в вашей жизни, когда Он так определяет обстоятельства, так усматривает события в вашей жизни, что вы начинаете осознавать, что без Бога, без Его помощи вам самим не обойтись. И если сначала вы не хотели так поступать, то вы убеждаетесь, постепенно убеждаетесь, что именно так вам и надо поступить, принять Христа. Поэтому, когда наступает такой момент, что вы готовы принять Христа, принять это решение, Дух Святой уже совершил работу в вашем сердце, привлекая вас ко Христу. Он уже показал вам, почему это вам во благо, принять это решение, почему это будет лучше для вас прийти ко Христу. Поэтому получается так, что несмотря на то, что вначале вы не хотели принять Христа,
В итоге вы это совершаете по собственной воле. Ваши желания меняются, ваши побуждения меняются под действием служения Святого Духа. Вы осознаете те обстоятельства, в которых оказываетесь. Вы осознаете, сколько вы потеряете, если не примете Христа. И вы начинаете желать обратиться ко Христу, принять Его, и вы в итоге принимаете это решение. Поэтому компатибилист скажет, что вы делаете это добровольно, избираете Христа по доброй воле, в компатибилистском понимании свободной воли. Потому что, несмотря на то, что изначально вы не хотели так поступить, Бог совершил работу в вашем сердце, что в итоге вы захотели принять такое решение. И поэтому вы уже принимаете решение в соответствии с вашими желаниями. И вы обращаетесь к Богу благодаря служению Святого Духа. Теперь обратитесь вот к этой схеме. У вас должна быть копия, которую я раздал каждому из вас где-то 2 недели тому назад. И вот посмотрите внимательно на правую часть этой схемы. Здесь говорится об избрании. И вот посмотрите на временной линии здесь. Далее есть такое событие, как Божий призыв, когда человеку проповедуется Евангелие, провозглашается благая весть. И затем вы видите здесь еще одну линию с точками, и под ней написано «эффективный призыв» или «действенный призыв». И также, заметьте, здесь написано «служение Святого Духа». Именно об этом мы сейчас с вами говорили. Бог призывает людей. И бывают случаи, когда люди готовы сразу же ответить на этот призыв. И вот этот общий Божий призыв становится действенным призывом, и человек обращается ко Христу. Бывают случаи, когда требуется время, чтобы убедить человека обратиться ко Христу. И именно в этом случае Дух Святой совершает свое служение, служение, о котором мы с вами только что говорили. И как же Святой Дух совершает это служение? Что ж, Он может сделать так, что вы окажетесь в таких обстоятельствах, которые покажут вашу беспомощность, и Дух Святой будет делать так, что вы обратите внимание на эти обстоятельства и увидите, что если вы попытаетесь справиться с этим совсем самостоятельно, без Бога, то итог будет плачевный, и вы поймете, что единственная надежда — это если Бог спасет вас из этих обстоятельств. Дух Святой способен показать нам нашу жизнь в подлинном свете, показать нам, насколько мы беспомощны без Бога, показать нам, как неопределенно наше будущее без Бога, и что будет с нами, когда эта жизнь закончится, и все становится очень страшно. И в итоге, показав нам все это, обратив на это все наше внимание, Дух Святой очень нежно, но в то же время очень уверенно влечет нас к принятию решения, чтобы мы захотели обратиться к Богу, принять Христа, хотя вначале такого желания в нас совсем не было. Что ж, это было компатибилистское понимание свободной воли. Еще несколько определений. Вот есть богословская концепция, которая порой затрагивается в этом обсуждении. И вот здесь мы с вами переходим от обсуждения определения свободной воли, когда мы с вами просто обсуждаем сущность свободной воли вне контекста нашего нравственного положения. Вот мы с вами переходим от обсуждения определения свободной воли к обсуждению уже богословской концепции, чтобы мы могли яснее понять, что же мы избираем и к чему склонна наша воля. И как вы увидите, каждая такая богословская концепция, которую мы с вами будем рассматривать, каждая такая концепция затрагивает влияние греха или отсутствие греха на способность нашей воли выбирать или не выбирать. Вот, к примеру, Кальвин рассматривал одну из разновидностей свободной воли.
которую он называет свободной волей Адама и Евы до грехопадения. И что же это за свободная воля? Это свобода выбирать между добром и злом. Причем этот выбор равнозначный. Другими словами, так же легко для них было выбрать добро, как и выбрать зло. И более того, может быть, даже добро выбрать было и легче, потому что в них еще не было греховной природы. Вот до грехопадения Адам и Ева обладали вот такой свободной волей. Есть и другая разновидность свободной воли, которую использует Кальвин. Это свобода выбирать лишь только то, что есть добро. И здесь Кальвин приводит множество текстов из Священного Писания, в которых говорится о том, что мы являемся рабами, рабами греха. Вот, в частности, шестую главу послания к римлянам. И вот с богословской точки зрения, если бы не было влияния греха в нашей жизни, то тогда было бы гораздо проще делать то, что есть добро. И более того, наступит такой момент в нашей жизни, когда мы уже не будем испытывать влияние греха в своей жизни, и посему мы будем делать только то, что есть добро. Конечно, это не произойдет, пока мы в теле здесь на земле, но вот когда мы окажемся в прославленном теле, то вот такой момент наступит. И это будет наивысшая свобода из возможных свобод, согласно Кальвину. Потому что в этом случае человек сможет принимать решение без влияния греха. Кальвин вводит еще один термин, еще одно определение, и это связанная воля. И здесь идет речь о воле, которой наделен обычный душевный человек. Мужчина или женщина. И когда мы говорим «душевный», мы имеем в виду невозрожденный человек, мужчина или женщина. Речь идет о людях, которые не знают Господа. И эти люди — рабы греха. И опять же, в 6 главе послания к римлянам об этом говорится очень ясно. И никто не тащит их, кричащихся и сопротивляющихся против их воли ко греху. Они с радостью совершают грех. То есть они используют свою волю, используют по своему усмотрению. Они используют свои способности, чтобы принимать решения. Просто их природа такова, что они склонны к совершению греха. Поэтому снова и снова, всякий раз, когда они принимают решение, они выбирают грех. Но поступают они так не потому, что их кто-то заставил, но потому, что они сами хотят так поступить. И вот согласно компатибилистского определения свободной воли, они совершают свои нечестивые поступки свободно. Никто не заставил их это делать против их воли. Они сами с радостью спешат совершать эти грехи. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, хорошо, мы с вами рассмотрели основные определения, определения свободной воли и свободы. Пожалуйста, какие у вас возникли вопросы по этим определениям? Да. Насколько схоже понимание Кальвина свободной воли Адама и Евы до грехопадения с определением либертарной свободной воли? Вот если рассматривать позицию Кальвина, то до грехопадения не было греховной природы. Адам и Ева находились в состоянии первородной праведности, что означает, что они не были виновными перед Богом ни в чем. Они не были испорчены грехом. И понятно, что они не сделали ничего плохого. И они могли поступать как праведно, так и нечестиво,
делать как добро, так и зло, и более склонны, скорее всего, они были к совершению добра, чем зла. И Кальвин, как мне кажется, добавил бы к этому, противопоставляя это либертарной свободной воле, что то, что Адам и Ева избрали совершить в день грехопадения, было обусловлено внешними факторами и, возможно, было обусловлено их внутренними желаниями, когда они встретились с этим искушением. А так как никто не заставлял их согрешить, никто, так сказать, не выламывал им руки, чтобы они выбрали грех, их поступок можно считать свободным. Сторонники либертарной свободной воли скажут вам, что нет. Вот было искушение, были аргументы сатаны. Все эти факторы влияли, но эти факторы ни по отдельности, ни в совокупности не были настолько сильными, чтобы принудить Адама и Еву поступить так, а не иначе. Просто так получилось, что Адам и Ева, находясь в состоянии, которое называют состояние индифферентности, и здесь не имеется в виду нравственная индифферентность, здесь речь идет о том, что их воля не была склонна к тому или иному, она не была связана, то есть она была индифферентна, и они могли выбрать как то, так и другое. Может казаться, что свободная воля Адама и Евы до грехопадения — это то же самое, что либертарная свободная воля, однако сторонники кальвинизма могут истолковывать эту свободную волю как компатибилистскую. А как насчет Бога? Обладает ли Бог либертарной свободой? Нет, потому что Божьи действия обусловлены Его характером и Его целями. Чтобы говорить о том, что Бог наделен либертарной свободной волей и обладает именно такой свободой, необходимо допустить, что несмотря на свой характер, несмотря на свои цели, Он может с такой же легкостью согрешить, как и поступить праведно, и совершает те замечательные дела, которые он совершает. И вот армянин скажет, ну, либертарная свободная воля — это подлинно свободная воля. И получается, что тогда Бог не подлинно свободен, если он не обладает такой свободной волей. И мы вскоре рассмотрим, что на это может сказать компатибилист. Но как этот, так и предыдущий вопрос — очень-очень хороший вопрос. Пожалуйста, кто еще хочет что-то спросить? Да. В книге пророка Исаии Бог говорит, «Мои пути — это не ваши пути». Это всем известный текст. На какую свободную волю Бога этот текст указывает? Я думаю, что этот текст не проливает свет на свободную волю Бога. Я не думаю, что будет правильно для нас навязывать метафизические категории, пытаясь произвести какой-то анализ поступков человека на основании того, что говорят конкретно, а что косвенно авторы библейских текстов. Нет ничего неправильного, если мы занимаемся экзегезой. Именно это и мы должны делать. С этого и должны начинать. Но вот все, что вы обнаружите, проведя экзегетический анализ библейских текстов, это то, что Библия говорит о том, что человек свободен. Но она не говорит нам о том, что это за свобода, как нам определить эту свободу и в чем она заключается. И вот теперь конкретно к этому тексту, к этому стиху из книги пророка Исаии. В нем мы не находим ничего, чтобы пролило свет на определение свободной воли. Здесь говорится о том, что Божьи поступки — тайна для нас, зачастую. Но этот текст не проливает свет на то, какова же свободная воля у человека, либертарная или компатибилистская. В этом тексте говорится лишь о том, что Бог способен мыслить гораздо глубже, гораздо дальше, чем люди. Все настолько сложно, но мы знаем о том, что Бог все знает.
все проницает, больше знает, чем мы. И порой мы не в состоянии понять то, что Бог совершает. Но этот текст ничего не говорит о том, обладает ли Бог свободной волей или не обладает, и что это за свободная воля, которую он обладает. Хороший вопрос. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.